Музее изобразительного искусства открылась персональная выставка художника Рамиля Идрисова, уроженца Ульяновска, но уже несколько лет живущего в Москве. Экспозиция посвящена 30-летию основания творческого объединения неформальных художников «Левый берег», одним из основоположников которого является Идрисов. Выставка носит название «90-93. Метаморфозы» не случайно. Работы, представленные на ней, относятся к периоду начала 90-х годов прошлого века, собственно, когда появились левобережцы. В объединении «Левый берег» были художники, которые были настолько разнообразны в своих творческих посылах, что это как раз разнообразие их удивительным образом соединяло. 50 картин разместились в трех залах музея. Причем полотен оказалось достаточно для того, чтобы не просто заполнить три зала, а провести отбор для создания гармоничной и цельной экспозиции. Картины, любопытные сами по себе, выстраиваются в серии. Одна из них – это обращение к древнерусской иконописи. Часто художник избирает современные сюжеты, герои которых словно балансируют на границе прошлого, настоящего, будущего. Тот миг, который был сфотографированным как художником 90-93 года, да, мы понимаем, что здесь как будто вот все то же самое, что это могло спокойно рисоваться им сегодня. Но вот эта экспрессия, которая была, да, она, безусловно, конечно, вызывает уважение, вызывает восхищение. На выставке представлены картины Рамиля Идрисова из собрания Ульяновского областного художественного музея, частных коллекций ульяновцев и мастерской художника. В организации выставки активное участие принял фонд современного искусства «Левый берег». Ирина Антонова, новости «Ульяновской правды».